Обычные резиновые лодки не нужно ставить на учет. В ГИМСе разъяснили суть изменений в законодательстве. В начале апреля Государственная Дума внесла поправки в налоговый кодекс, и многие владельцы маломерных судов посчитали, что теперь придется платить за любую лодку вплоть до резиновой с веслами. Фактически оказалось, что глобальных изменений не произошло, и регистрировать судно массой до 200 килограммов, парусники длиной до 9 метров и шлюпки, расположенные на кораблях, не требуется, а значит, платить за них налог тоже не нужно. Остаются суда, у которых, допустим, масса плавсредства более 200 килограмм и мощность свыше 8 киловатт. Ну, 8 киловатт – это где-то 11 с копейками лошадиных сил. Однако резиновую лодку все же придется зарегистрировать, если на ней установлен двигатель мощностью более 8 киловатт.